И снова здравствуйте, друзья мои. Вчера не снимала видео. Целый день валялась с низким давлением. Расстроилась из-за щенка. Кто смотрит мои видео регулярно, помнит, что мне подбросили щенка. Упало давление. Было 90 на 60. Я не знаю, такое ли оно низкое или не совсем. В общем, мне было очень плохо. Я лежала целый день. Прям практически помирала. Как себя чувствует сейчас щенок, я вам ставлю кусочек видео. В общем, с ним пока все нормально. Так, в общем, мучилась я позавчера с этой столешницей. Купила шпаклевку. Начала шпаклевать торец. Получается, у меня какая-то порнография. В итоге я решила, что я больше затрачу времени, силы, материалов. И получится у меня неизвестно что. В итоге мне пришла мысль купить вот такой лист. Как он правильно называется? ЛСД. ЛСД. Ну, в общем, поняли. Плита вот эта. Попросила, муж вчера ехал с работы, купил этот лист, купил короткие саморезы, чтобы я изнутри прикрепила его к ножке для полки обувной. Так, а почему я так решила, сейчас вам покажу. Видите, это у меня кусочек моей импровизированной прихожки. Это я тоже все сама делала. Вот эта вешалка, это рейлинг для посуды. Полочка для главных уборов. Это такой же вот лист я купила. И вот эти держатели. Вот здесь я выложила участок. Также плиточкой и камнем, который сама отливала. Здесь просто кирпичик, чтобы связать эту прихожку с той, потому что там тоже у меня кирпичиком должен. А здесь просто такой декоративный камень. Я не помню, как он называется. Ой, что-то не фокусируется. О, тоже я раскрашивала. В общем, здесь у меня металл и белые. И вот здесь такой маленький комодик. В Леруа мы покупали. На нем вот всякая нужная вещь лежит. Тоже, в общем, белый. Ручки металл. В общем, поэтому я решила... Да что такое? Что-то совсем у меня камера. Так, решила, в общем, я верх полки обувной сделать тоже из этого листа. Так, сейчас буду делать, а вы смотрите. Ну вот, друзья мои, получилась у меня вот такая полочка. Конечно, она такая простенькая. Вот я покрасила серым и металликом затонировала еще. Она простенькая. Конечно, не такая фельдеперстовая была бы, если бы я тут извращалась над столешницей. Но я считаю, что эта столешница не стоит сил и средств.
И по затратам это будет невыгодно. Проще было купить вот этот вот лист за 215 рублей и прикрепить. Вот общий вид ее. Так, сейчас я ее поставлю на ее стационарное место. Поставлю туда эти гостевые тапки. И полка в виде ведра освободится. И ведром я буду пользоваться по его прямому назначению. Ну вот, полочка стоит на своем месте. А ведерко сейчас поедет на свое место. Пойдет. Комод белый с металлом. Полка белая с металлом. Вешалка металла белая. Вот эту каракатицу нам нужно убрать, этот шкаф. Никак я мужа не уговорю, времени не найдем. И вот здесь такая черненькая вешалка из Икеи, стульчик. Ой, пылище, пылище, вот я свинья. Я ее прибил для того, чтобы на ней хранить ложку для обуви, подвешивать. Так, сейчас еще поближе вам покажу. Вот. Симпатичненько, прозрачненько. И не сжирает пространство, как эти закрытые обувные полки. В общем, мне нравится. Не знаю, как вам, но я собой довольна. Пока. И, кстати, наконец-то я убрала со своего комодика вот эти обувные вещи мужа. Губочки его, маленькие ложечки. Теперь комодик только мой.